Прима мирового фигурного катания Камила Валиева выступила в рамках этапа Кубка Московского спорта. Сегодня ученица Этери Тутберидзе исполнила короткую программу. В течение проката фигуристка исполнила все задуманные элементы, однако допустила падение на тройном акселе. Ранее на декабрьском первенстве России в Красноярске фигуристка также ошибалась на трикселе, сделав бабочку. Российская фигуристка Камила Валиева не общалась с журналистами после выступления на четвертом этапе Кубка Московского спорта. Об этом сообщает пресс-служба турнира. 16-летняя Валиева стала хедлайнером соревнований. На предыдущих этапах соревнований хедлайнеры Анна Щербакова, Алена Косторная и Софья Муравьева давали комментарии журналистам. Валиева, чемпионка Европы 2022 года. На АИ-2022 фигуристку обвинили в употреблении допинга. Разбирательства в этом скандальном деле еще продолжаются.